Здравствуйте всем! Сегодня мы отправимся с вами на природу. Посетим Коксай. Это самое восточное ущелье заповедника Аксу-Жабаглы. Оно расположено в Жуалынском районе Жамбыльской области. По этому ущелью проходит граница Казахстана с Киргизией, которая совпадает с границей заповедника. Орографические ущелья относятся к бассейну реки Талас. А сама эта природная зона административно подчиняется Туркестанской области. Смотрим.